И всем привет! У микрофона вещает снова я, Равик, и сегодня мы с вами поиграем в новую CSGO Mobile, которую вы сейчас сами, скорее всего, сможете сыграть. В этом видео я вам расскажу, как это сделать, и сегодня будет обзор. Честно скажу, я зашел только поменять ник для видоса. А сам геймплей, как выглядит игра, я не знаю. Сейчас по центру между Clash Royale и Clash of Clans и сверху еще кик, по центру можете видеть Pro Strike 2. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик, чтобы не пропускать кучу интересных видосов. И в дальнейшем будет только интересней. Итак, обычная заставка у нас получается Unity, подключение к серверам, и скорее всего вы уже сейчас можете поиграть даже с другими игроками. И есть магазин, я не понимаю, что это у нас, купить... Ладно, магазин это сейчас лишнее. Есть инвентарь. В инвентаре, к сожалению, у нас есть только АВП. Есть у нас, получается, калаш. Дальше у нас есть МАК-10. И дигл с ножом и перчатками. Применим все, что нам нужно. И зайдем в настройки. Настройки у нас не работают. К сожалению, сейчас есть профили. Про ник я вам говорил. Инвентарь. Профиль максимально перенесен из стендов 2. Это сразу заметно. Главное меню, ну, Battle Pass. Пока рано это в игру добавлять, я думаю. И есть лишь одна карта, я так понял, и это Мираж. И один режим игры, это командный бой. Итак, случайная игра у нас получается, или создать сервер. Нажимаем случайная игра, может кому-нибудь подключимся и сыграем с ними. Так, сразу есть меню, настройки. Да, и здесь настройки почему-то есть. Я не понимаю, почему их не было в меню. Ну ладно, зайдем за КТ. КТ у нас спавнится, ну как обычно, у себя на респе. И, ну... Что меня убивает? Подожди, респаун. Какой респаун? А что меня убило? Уже типа есть. Кто-то играет. Но нет звука стрельбы. Я убил. Максим, уже можно играть. Ничего себе. Уже можно играть. Подожди, у нас магазин есть, получается, я могу... закупить только, ну, стандартное оружие, что по графонию, ну... Ну и я любитель найти какие-либо лазейки, и мы это с вами сейчас сделаем. Мало ли он забыл здесь что-либо закрыть. Я же говорю, откуда-нибудь можно дозалезть. Какие-нибудь такие доски. Так, получается стулья. Со стульев залезть нельзя. Обидно. Небольшой мрачный коридор. Зачем тут все закрывается, я не понимаю. Я попрыгал, побегал, посмотрел бы, поугарал бы. Ну, сыро на самом деле. И нужно игру дорабатывать. Если же разработка не прекратится, думаю, выйдет хороший проект. А пока что очень сыро. На всех нету чата, я пообщался с ребятами. Видно, кто на сервере сейчас играет. Не так уж и много человек. Стендов. Равик, Попс 2.0. Всем удачи и всем пока. Не знаю, понравился ли вам проект. Пишите свое мнение в комментариях. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Почему я не стреляю? Не обязательно нужно отдельно перезарядиться. Почему автоперезарядки нет? Бам. Бам. Пока. Бам. Ну, он бессмертный. Не знаю почему. Ладно, всем удачи и всем пока.